Как там говорит одна известная балерина, ребяты, если вам говорят о том, что в Анапе нет места для загара и для купания, обращайтесь, сообщу вам, где можно покупаться, позагорать, лежа, стоя, под солнцем, без солнца, с морепродуктами, без морепродуктов, с людьми, без людьми. Поэтому обращайтесь. Советы даю дорого, но бесценно.